Здравствуйте, вы сегодня что будете представлять? Я товариство белорусской мовы и одночасово депутат палаты представников. А еще кто-нибудь будет? Конопатская одна будет сегодня? Не ведаете, я запрошали питание не до меня, потому что я была сябром рабочей группы ассамблеи невразовых организаций. Да, да. Говорят, Губаревич, возможно, появится. Я видел Рыгора Костусева сегодня уже. Ну, Рыгор Костусев по первой партии БНФ, по другой мой помощник депутатский. А как сейчас обставины по мове? Что делается? Что робится? Робится, да. Ну, так. Я, как депутат, роблю все, что от меня зависит, как мова присутничала. На поседжаниях палаты представников, как яна присутничала у обороте документов, потому что свои пропановы я вношу. Выступаю за все по-белорусски, как вы ведаете, и когда меня запрошают для удела в разных передачах на АНТ, навык, когда я одна, меня это совсем не болото, потому что со мной мова живе и будет жить. А я буду родить все то, что от меня не залежит, как мова в Беларуси. На сегодняшний день той стан, який есть, как ён стал полегчаться. И я вельми хотела бы, как наши молодые люди, как само долучались дорогу за мову. Я бы хотела пожелать нашим молодым людям сочить за информацией о деятельности университетов имени Ілла Гілевича с белорусской мовы научения и рыхтовать своих сябров, деток, племенников, братов и сестер для того, как они научались по-белорусски. Да, очень часто приходится в интернете видеть комментарии по поводу того, что как бы наш парламент вот, и даже демократические представители в нем ничего не делают, они никаких законопроектов там не подали. То есть вот что можете сказать по своей деятельности, что вот, скажем так, было что возразить вот таким? Дело производства на двух мовах, что было. Прогресс есть какой-нибудь? Ну, я вам хочу сказать, что я чекаю, что врешті-решт тие высилки, тие намагання, якія я робила у справі поширення белорусской мови у сфері законодавства, през некоторый час вони набудуть виразний такий твар, обличчя такое, тому що не все так вельми хутко, на жаль, приймається в нашій країні. На жаль, не так хутко все реализуется. Что дотычить законопроектов, я зараз накировала законопроект об державной поддержке белорусской мовы в разные инстанции, тримала певные отказы, и эти отказы не свидетельствуют про то, что наши державные органы влады зацікавлены в наявности такого законопроекта. Але я не собираюсь на этом спинять, а иду далее по процедуре. То есть проблема не в депутатах, а в жестком противодействии власти. То есть два человека не могут изменить ход событий, Лукашенко не допускает. Вас должны подтримливать общество, громадянство. Я на это сподіваюся, я на это працую, потому что я открытая для супрацы с громадянами. Наверное, последнее, что я хочу сказать. Я вот там, с той стороны, представьте, где мои коллеги или коллежанки. Располагается, вы сами чтобы пробить эту сетку Швейцарии в такой же мовной, то есть чтобы все в сферах життя было на тот же мовный. Для этого влада повинна разуметь, что громадство – это потребно. Громадянская супольность затекавлена у тим, как мова жила. И когда мы сделаем это, громадский рух до мовы, за мову, видовольство, и широким влада никуда не денется, и она смешанная будет прислушаться. Тем более, что во владе есть сильно много людей, которые так само притримливаются тех же самых поглядов. И что дотычит демократы, и что дотычит белорусской мовы. Достаточно много организаций молодых, каждого из контактов. Будем подтримливать. Добро, дорогая, дякую вам. Дякую вам.